Куда подевалась охрана Ксюши Собчак? И кто отжигал на автобазе кинотавра? Об этом и еще о том, как актер Владимир Яглы чуть не погиб в аварии. О прошлогоднем платье Равшаны Пурковой и новой группе Петра Федорова вы узнаете из сюжета Юлии Бабуриной. Хроника кинофеста прямо сейчас. Утро у входа в звездную гостиницу кружит полиция. В авто, в котором ехал накачанный актер Владимир Яглыч, врезаются еще две машины. Именно я был провизором внутри автомобиля, в который оказался посередине. Ничего, все живы-здоровы. Живы-здоровы и все недруги сына Федора и Светланы Бондарчуков Сережи. Если на прошлых кинотаврах он любил помять кулаками прохожих, то на этот раз Бондарчук-младший сама скромность воплоти и краснеет даже от просьбы дать интервью. Может, выключает, правда, я прошу прощения. Я не могу. Это мой какой-то пунктик, наверное. Не знаю. Прошу прощения. Спасибо большое. Всего на несколько часов на кинофорум прилетает симпатяга Петр Федоров. Актер привозит не только новый фильм, но и свою группу Race to Space. Брюнет теперь еще и диджей. Успею выступить, потусить не успею. К сожалению, самое интересное вот остается у меня за кадром. А вот семейство Собчак-Виторган успевает устроить себе романтический уикенд. Потом отработает. Ходили слухи, что по Сочи Ксения Анатольевна будет передвигаться исключительно в компании толпы секьюрити. Но нет, такие люди все-таки гуляют без охраны. Без присмотра иногда оказывается и Максим Виторган. То, когда жена отвернется, актер упадет на колени перед блондинистой коллегой, то выйдет на премьеру в разных кедах. Не знаю, просто, может быть, перепутал в темноте. На закрытии же актер появляется без особых фэшн-экспериментов. В костюме, бабочке и ботинках. Я дизайнер своего костюма. Я еще не настолько богат, чтобы пользоваться услугами стилиста. Если вы намекаете на то, пытаетесь задать мне вопрос, участвует ли в этом моя жена, то знаете, что нет. Нет. Она со мной советуется, я с ней нет. Собчак же, видимо, по совету мужа, наряжается в зеленые брюки и халатик. Это Ульяна Сергеенко. Я сегодня верна своей подруге, своему стилю. На дорожке Андрей Мерзликин в образе Джеймса Бонда пытается прикинуться своим среди чужих. Стойте, сюда. Да. Знаете, Маша никогда бы вам не улыбнулась бы. Я вам на фото прыгал. Олеся Судзиловская, судя по всему, тоже решает остаться незамеченной и слиться с красной дорожкой. Надевает алое кружевное платье с тюлью. Только по сверкающим брюликам и можно разглядеть. Страшно с такими бриллиантами выходить? Слушай, посмотри, сколько мужчин, все друзья, чего боятся? Слушайте. Викторию Толстоганову можно спутать с Барби. Белые волосы, розовое платье, конфетный наряд для актрисы выбирает личный 4-летний стилист. Мой Ваня маленький сказал, что нужно это платье. Мы его даже чуть-чуть перешили. Равшана Куркова решает в этот день не ярчить и облачается в серое платье в пол, провисевшее в шкафу актрисы целый год. Ну, не то, что ходила на кинотавра, просто не было повода вот его выглядеть. Я смотрю на красавицы, на молоденьких актрис, ходят с такими длинными ножками, как журавлики. Завидно просто становится. Марии Кожевниковой же, которая появляется на кинотавре в образе греческой небожительницы, совсем не до фигур и нарядов конкуренток. Оставила своих маленьких малышек, тяжело очень без них. Вот сейчас шла по дорожке, а в это время мама мне отправляла фотографии. Неудивительно, что тоскующая по деткам актриса не приходит на концерт «Мумий-тролля», играющего на автопати кинотавра. Отчего-то грустит перед отъездом домой и Ксения Собчак. Вскоре Максим уводит страдающую супругу с вечеринки. А сам возвращается. Когда ж еще повеселишься с сумасшедшими друзьями-актерами? Сейчас возьму вот микрофон и бегу. Пока, до свидания. Все. Юлия Бабурина, Тимофей Трушин. Про новости.